Для тех, кто не верит, я покажу вам аншлаг. Если что, это у нас салон Джили. Видите, да? Машин нет от слова совсем, вот просто их нет. Не потому, что их не привозят, да, а просто их все разбирают. Вот и все. Вот что снимать. Это, кстати, видите, тоже уже на выдаче. Вот еще Джили Кулрей, перед девушки. Как парни сказали, что даже в салон не успели загнать. Приехали, есть, есть. Пошли, посмотрели, цвет устраивает, все. И тут же машину забрали. Вот такие дела. Я вот сегодня удачно зашел. Разница, да, какая? Все заставлено. Ну, почти все. И как тогда было вообще пусто. Давайте начнем вот с этой Ньюту Гелы. Белая цвета машина. Итак, Джили Тугела. 22-й модельный год. Не знаю, откуда она и пришла. Привод полный. Мощность двигателя 10.38. Максималка 210. 8 АТ автомат. Вот такие габариты, почитайте. Ну, комплектация у нас флагшип. Машина стоит 4 миллиона 360 тысяч рублей. 5 лет гарантии, выгода 340 тысяч. Выгода по трейдину, выгода при покупке в кредит. Вот, я не знаю, тут видно не будет, но в любом случае все это можно уточнить и так далее. Адрес салона я потом в закрепе напишу. Ну, вот так. Мы с вами уже немного ситуацию эту разобрали в том плане, что, мол, вот они козлы, дилеры, машины там, он, типа журналисты находят огромные стоянки, а в салонах машин нет. Вон у нас за стенкой салон Hyundai, разговаривал с парнями, ну, то есть это информация для тех, кто не смотрел, не в курсе. Как сказали ребята, вы же помните, та же компания Hyundai, она хотела продавать машины онлайн, ну, то бишь вы заходите в интернет, да, есть какие-то машины, заказывайте, то есть минуя дилера, покупайте машину. И потом же еще те же корейцы, по-моему, они были первооткрывателями, ну, то есть вы платите какую-то определенную там сумму денег и, допустим, 3 месяца, полгода или год вы на машине катаетесь. По истечении этого времени либо вы еще платите деньги, либо машину отдаете и все. Так вот, чтобы все это можно было осуществить, в наличии должны были быть машины, правильно? Поэтому какую-то часть машин с конвейера корейцы забирали для вот этих целей. А представьте, у нас городов-то в стране много. Ну и чтобы вот вы, зайдя в интернет, увидели какую-то машину, да, вот, которую ищете, чтобы она была в наличии, она должна где-то стоять на складе у корейцев, правильно? Вот этим и объясняется то, что были вот эти вот фотографии, что там типа журналисты нашли огромное количество машин, стоящих где-то там на стоянках. И когда все это случилось, спецоперации и так далее, то корейцам, согласитесь, вот им как-то вообще было по барабану, там, ну, то, что где-то там под Москвой стоит якобы несколько тысяч машин, в глобальном, значит, понимании для них это вообще ни о чем. И, собственно, вот что они должны где-то заботиться о российских дилерах. У них свои задачи, они решают, ну, в смысле, высшее руководство. Поэтому тут что это удивляться, что были вот такие вот где-то запасы. Эти запасы делались для других целей. Смотрим. Atlas Pro. Спереди датчики парковки. Ну, то есть машина эти разбирает. Кто бы что ни говорил, там вот они стоят, никто их не берет, они гниют. Машина просто раскупается, просто капец. Привод полный, 177 лошадок. Максималка 200. Тип трансмиссии робот 7-ступенчатый. Габариты. Бензиновый турбомотор, 3 цилиндра. Ну и вот такая цена, 3 миллиона 248 990. То есть, да, полноприводная машина с роботом. Еще у нас здесь, смотрите, гибридная составляющая. И машина стоит 3248. Ну, может быть, еще как-то можно здесь будет поиграть со скидкой и все такое, да? А, допустим, та же Cherry за такие же деньги продает сейчас, если я правильно помню, только переднеприводную машину. А мода полноприводная стоит 3300. И там, если я правильно помню, стоит турбомотор и вариатор. Здесь же у нас стоит робот и, повторюсь, гибрид. И цена меньше, хотя привод тоже полный. Ну, тут уже каждый думает сам, что ему купить.
куры. Вчера появилась информация о том, что в Китае стартовали продажи уже обновленного курея. И там уже стоит двигатель 4-цилиндровый. Ну, то есть, понимаете, да? Видимо, китайцы пришли к тому, что не победить вот эту вибронагруженность. Или я уж не знаю, из чего они сходили, но 3-цилиндровый двигатель, он ушел, то есть канул в лету, что называется. Теперь идут движки 4-цилиндровые. Возможно, что и к нам это скоро придет. Как-то так. Куры. Смотрим. Привод передний, понятно, 150 лошадей, 195 максималка, робот, семиступка. Объем движка 1,5, бензиновый, турбированный, 3 цилиндра. Собственно, тоже такие вот 5 лет гарантии, ну и процентные выгоды и так далее. И вот габариты. Ну, тут, наверное, закрыто, не знаю. Нет, открыто. Одни пишут, типа, покажи цены, типа, и все. Другие пишут, нет, показываю и салон, потому как, допустим, люди в поиске машины, ну, чтобы купить, не лишний будет еще раз визуально посмотреть, что и как в салоне, ну, для сравнения, допустим, с другой моделью и так далее. Черный салон, подсветка еще такая вот имеется, ручка, люк, но тут тоже все козырно. Ну, и вот такой вот селектор, литон ручник, автохолд. Тоже машинки эти шустрые, капец. Все здесь удобно. Там, смотрите, у нас еще на ногах подсветка имеется. Вот если вот так удобно усесться, да. Тут у нас еще есть вот по вылету. Вот, вообще круто вот так сидеть. Очень удобно. Мягенькая панелька еще и двухцветная. Ну, такой вот кроссоверчик. Повторюсь, что лично мое мнение, что полный привод, он не обязательный. При покупке или перед покупкой, в любом случае, нужно, опять-таки, понимать, где вы живете, в какой части страны и где предполагается машину эксплуатировать. То есть, допустим, у нас много южных регионов, где практически снега не бывает, или зима совсем короткая, или снега почти в последнее время, вот сколько, да, за прошедшие годы, снег, он редко когда, где выпадает, в основном дожди, дожди, дожди. Ну, то есть, как бы вот, если в основном будет пробег трассовый, предполагается, да, то, ну, то есть, вы не рыбак, никто там, не охотник, ничего, и в какие-то дебри вы залазить не собираетесь, то, естественно, этот полный привод, он вам будет и не нужен. Стоит он дороже. Вернее, машина с полным приводом будет стоить дороже, обслуживание будет дороже и так далее. А вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшие приложения по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Экономия на плановом ТО может составить до 10 тысяч рублей, а, например, при замене масла до 4 тысяч рублей. При этом на сайте всегда есть секретные акции и спецпредложения. Разумеется, есть и предложения на новые автомобили от новых дилеров со скидками даже за наличные. Ссылку оставил в описании. Вот, смотрим, у нас еще из новинок Джили Манжара. Привод полный, 238 лошадок, 215 максималка, автомат 8-ступенчатый, ну и 5600. Конечно, сейчас цена, хотя, опять же, поиграть, возможно, что-то получится дешевле. Комплектация эксклюзив, такие габариты. Ну, в общем, вот, машина написана закрыта. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.